Приветствую вас! С вами Сергей Корнилов. И вы смотрите видео из плейлиста на этом видеоканале под названием «Звездный календарь» от Беатрис Цейтель и Анника Гришкова. Приглашаю вас ознакомиться и с другими плейлистами на этом канале. Испытание воинов. В последующие дни, с 7 по 11 декабря, наше Солнце войдет в соединение с еще одной планетой звездной нации драконов, которая затронет внутреннее содержание и воспоминания тех, кто соединен с качествами этой звезды. Альфа-звезда созвездия Геркулеса – рас Альгеди. В греческой мифологии Геркулес или Геракл – это герой и великий воин, совершивший 12 подвигов во время службы у микенского царя Эфрисфея. Одним из подвигов было поражение дракона, обитавшего по соседству. И поэтому в небесной картине Геракл опирается на правое колено, в то время как его левая нога стоит на голове дракона. При приближении к моменту окончания выполнения этих 12 задач, воина вновь ожидали почти непрерывные испытания и вызовы, которые также проясняют значение этого звездного луча. Так, рас Альгети является расположением места испытаний для тех, кто идет путем воина-дракона. Значение проекции этого луча в карте обучающегося – это путь воина, ранее прошедшего инициацию в других связанных с воинскими качествами звездных мирах. И всякий раз, когда завершается очередной этап обучения, его или ее достигает звездный луч рас Альгети и подвергает тестированию на применение приобретенных навыков через испытания. Если звездный луч рас Альгети спроецирован в вашу карту рождения, вы не сможете избавиться от постоянного чувства, что достижение чего-либо всегда дается вам нелегко. Казалось бы, вы достигаете в чем-то успеха, будь то на мирском или на духовном уровне, и вам бы насладиться им сполна. Но незамедлительно в вашей жизни появляется крайне тяжелая и безотлагательная ситуация, и новое испытание приходит в вашу жизнь. И создается ощущение, что вам просто необходимо совершить нечто, дающее вам ощущение внутренней стабильности и баланса. В вас может возникнуть чувство ревности к окружающим, которые словно бы получают все гораздо проще, в то время как вам постоянно приходится проходить сквозь испытания, даже уже совсем близко от врат успеха, чтобы достичь действительного ощущения радости, славы или сопутствующей внутренней силы. Если вы относитесь к таким людям, если вы в состоянии принять свою судьбу, то через некоторое время вы почти привыкнете к подобным испытаниям. И знание того, что огромная работа стоит за всеми вашими достижениями, может дать вам невероятно мощную и реальную внутреннюю силу, безопасность и ориентиры. Из книги авторов «Звездные расы. Духовные семьи». Том 1, страница 249. Книга на английском языке. Мы должны еще раз подчеркнуть, что у людей с воинственными кодами, но с менее развитым сознанием и менее созревшим пониманием закона творения может наблюдаться увеличение гневливости и агрессии из-за собственных разочарований, неудовлетворенности, зависти и потребностей. Поэтому мы должны относиться с еще большей настороженностью к направлениям и результатам личных и глобальных конфликтов, которые разворачиваются в нашей среде в эти дни. Намасте. Беатрис Цейтель и Аника Гришкова. Перевод Бориса Пантелеева.